Выставка у нас называется «Игра с вечностью». А наполнение выставки у нас получается, значит, вот те самые 5 уровней. Это минеральный мир, растительный, животный мир, мир людей и невидимый небесный мир. Как его можно показать, невидимый небесный мир? Ну, также слегка прикасаясь, так же, как, не знаю, к человеческому, и опять-таки по ступенькам вниз. Тут это и шаманские вещи, потому что маска – это вообще такая очень таинственная штука. И понятно, что она рождается через руки, но не через голову в первую очередь. Камень, он красив, его можно часами даже не разглядывать, а вот через камень мы видим свет, они очень красивые. Я в детстве просил маму, она раскладывала свои украшения, там были, я очень помню, был александрит, ну, александрит меняет цвет, днем он одного цвета, вечером другого. И ты просто сидишь, ты пьешь этот свет, скорее свет. То есть ты его так напитываешься, наверное, вот так вот. Ну, это настолько благодатный материал в руке и под инструментом, что я не знаю, что он несет, но с ним здоровско. То есть будь то мамонт, я не знаю, будь то там зуб кашалота. С ним так работает. Ух.